Число жертв крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Египта возросло до 87. Ранее сообщалось о 53 погибших. Напомним, лодка, переполненная беженцами, затонула 2 дня назад неподалеку от города Рашида. На ее борту находилось порядка 600 человек, выходцы из Судана, Сирии, Сомали, Эритреи и Египта. За возможность попасть в Италию каждый из них заплатил почти по 2000 долларов. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Вон та зеленая лодка, которую вы видите, доставила на берег 12 тел. Их выловили рыбацкими сетями. Теперь она опять вышла в море. Даже рыбаки участвуют в поисково-спасательной операции.